Да, надо выходить из склепа, друзья мои. Всем моим братушкам-вампирам это настоятельно советую. Вот уже день прогорел, а я только вылез. А, в общем-то, да, напоминаю, что в Московской области на неделю, которая вот будет, она уже, что ли, началась? Е-мое, что, сейчас, подожди, что, она уже началась? Когда я посмотрю. А, ну да, она уже началась. Вот на эту неделю, которая вот с понедельника пойдет, там вообще к концу недели 25 градусов стоит. Но в предыдущем видео говорил я про хозяйку Ланс, это немецкая овчарка у нас живет в поселке, вон там. Они гуляют, а днем у них прогулка и ночью. То есть ночью, она говорит, она с ним гуляет в 12, в пол первого. Мне это так понравилось, какой-то в этом чувствуется какой-то уклад, я не знаю. Ну, во-первых, они здесь живут постоянно. Я тут как бы тоже постоянно, но как бы, потому что тут же дача. Дача. Я ее называю сельской станцией, но это дача. Поэтому как-то вот сейчас уже в октябре начнут уже поджаривать, что уезжать. Правда, не знаю зачем, ну ладно. Прошлый октябрь за, сами знаете, какого безобразия, там, в общем, спокойно я себе сидел. Так. Очень даже уместно. Я помню, да, грохотали самолеты просто под над серым небом. За серыми тучами. Вот. Да. Но все-таки я тоже считаю, что если ты напрямую, как бы напрямую не совершаешь преступление, вот напрямую, вот не берешь свои собственные руки и не идешь и не совершаешь преступление, то, в общем-то, ты, я думаю, друг мой, не очень-то сильно виноват. Потому что так уже можно. Понятно, что, как сказано в Твин Пиксе, кто убил Лору Палмер? Все убили. Понятно, что так можно притянуть уже вообще что угодно к чему угодно. Что, как сказано в том же Твин Пиксе, солнце не взойдет, если ты помоешь голову. Но все-таки давайте будем так рассуждать, что вот если ты своими вот руками взял, совершил преступление, вот, конкретно, тогда да, виноват. А так, не надо на себя навинчивать. Никто не знает, что происходит за пределами нашей скорлупы. Реально, никто не знает. Поэтому, как сказано, старикам тут не место. Не буду лезть в то, чего не понимаю, а так недолго и душу замарать.